Всем привет, это у нас DevPark 1.4. Сегодня у нас 31 декабря. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья. Старайтесь, у вас все получится. Как раз таки сегодня решил записать снова DevPark вторым видео, потому что он наиболее хорошо подходит к наступающему Новому году. Здесь есть фейерверки. Давайте сегодня побалуемся здесь. Новая игра. Так, ну качество, конечно, высокое. Мы хотим все на высшем уровне получить. Давайте экстрим. Будем опять продолжать собирать монетки. Смотрите, у нас уже есть все. Новые кроссовки, магнит, черные очки, наушники. Сегодня это все посмотрим. И также побалуемся с фейерверками. Позапускаем. Повстречаем Новый год. У нас мешочек лежит на нашем столе. Но уже, конечно же, не лежит. Мы его собрали с помощью магнита. Бам, пропуск. Так, и все, смотрите. Ключ уже есть, табуем. И уже вышли. У меня рекорд вроде был 6 секунд. Выходил из комнаты. Опять билет в кино берем. Да, у нас будет курьезное сегодня сочетание. Получается 2 DevPark'а за день. Но эта игра реально очень подходит к Новому году, смотрите. Вот, просто берем. Бам! Реально, с наступающим, ура! 31 декабря, фантастика. Я все еще записываюсь. Я, кстати, уже сделал несколько тортов. Надеюсь, я их выложил в Инстаграм. Я делал торты птичье молоко. Один большой, другой маленький. И их вам покажу. Смотрите, просто бегаем и собираем монетки. А, то есть я вот такой быстрый. Смотрите, я ведь реально быстрый. Вау. Надеюсь, я вам помог мой способ быстрого сбора монет. И вы им будете пользоваться. Так, давайте еще побегаем. Вот видите, еще 40 собрал. Да, есть еще более быстрый способ. Просто купить магнит. Вот еще 15 где-то подобрал. Но, по идее, монетки могут кончиться на уровне. Так, щитец. У него очки. Смотрите, давайте его рассмотрим. Так. Очки, красные наушники, ну-ка. А у меня-то кроссовочки такие же. Кстати, могли бы сделать их красными. Ну-ка, если опять щит. И ждем его. Еще. Смотрите, мы ждем того момента, как он будет размораживаться. Просто тратим щиты. Отходит, отходит. Я попался. Вот это да. Такого точно не ожидал. То есть он, отходя, не может снова замерзнуть. Смотрите, там еще мешочек был. Ну-ка, достану. Новогодняя шмаль. Это не мешочек, это был клоун маленький. Вот мешок. У меня получается 7-метровый магнит. Бам! Смотрите, как красиво. Сегодня тоже постараюсь купить несколько фейерверков. Позапускать реально уже на улице. Бам! В тир. Кстати, ну-ка в тире можно запускать? Смотрите. Вот это прикол. Такого никто не ожидал. Да, фейерверками нельзя пользоваться во время запуска щита. Но зато можно использовать предметы. Смотрите. Бам, табуем. И просто проходим далее. Фантастика. Но я реально очень быстрый. Получается, раз я купил самые максимально быстрые кроссовки, если это так. Бам. Ах ты. Кстати, он там, наверное, хрустит сейчас. Давайте его быстро найдем. Он находится у тира. Ах ты, наверное, не успею. То есть, он меня поймал в тот момент, когда начал замерзать. У нас жизнь, считайте, бесконечна. Ой. Опять 25. Да. Ничего себе трачу. Сейчас перейдем в главное меню и попробуем посмотреть, что у нас еще осталось прикупить. И прикупим прямо в этом видео. Смотрите, у меня 8228. Клоуна нет. И все, видите, магнит, видимо, очень много собрал мешков. Больше ничего не попадается. Давайте пробежим через кинотеатр. Так, неужто здесь не было мешков? Бам. Клон, привет. Захрустел. И чуть не упал. С открытым ртом. Так, еще раз. Это уже не поможет, конечно. Все, сматываемся. Так, ну-ка в главное меню. Да. Магазин.
Что мы еще не докупили? Оружие. Так, ну ладно, можно несколько щитов. Так, клоун. Очки третьего уровня. Все, третьего. И наушники третьего. Все, слух минус 90, вообще ничего не слышит. Кроссовки у нас максимального уровня. Так, ну и все, давайте снова в игру. Опять новая игра. Потому что не сохранялся. Смотрите, все третьего уровня. Скорее всего, разработчики выпустят следующее обновление с новыми видами оружия. У нас стандартно в нашей комнатке 20 монеток. Вау. Ой, а как так? А, вместо таба нажал на единичку. Да, сегодня веселый день, 31 декабря. Последний день в году, ничего себе. Мы с вами играем в Dev Park. Я подумал, больше нечего показывать-то. Тут реально прямо новогодняя атмосфера, фейерверки. Нас поздравляют даже с Новым годом уже в менюшке. Допустим, в мороженщике там просто елки, снег. Никаких нет улучшений именно новогодних. Только текстурные, здесь видите. Фейерверки. Возможно, когда мы встретим Новый год, разработчики заменят фейерверки на что-нибудь другое. И уберут снежную атрибутику вам. Заранее, считайте, попал. Хрустанем. И не задел. Где ты? Его плохо видно, а? Из-за такого орела. Мы очень быстрые, смотрите. Прямо носимся. Бам. Я все собираю полностью. У меня 7-метровый магнит. Но мы сегодня игру проходить не будем. Так, нас поезд, видимо, так и будет зазывать постоянно. Так, где ты? По поезду. Бам. Вау. Он красиво освещается. Кстати, если я успею... Не, наверное, не успею. Да, не успею, видимо. Не успел. Я зато сам на снете отошел. Вон за километр. Давно не видели сцены, как у нас поезд разбивает забор. Бам, прям в поезд. Ух ты. Вдаль просто. Можно фейерверки устраивать в самом низу. И главное, клоун-то нас не боится. Хотя у нас такое мощное оружие. Бам, прям фонарь. Мы видели, шарик отлетел. Ну-ка. Под крышу кинотеатра. Реально, видите, есть столкновение с препятствиями. Очень красиво. Лодка. По ней тоже все прямо рассыпается. О, вот здесь. Внутри прямо. Очень страшный снеговик. Да, мы сегодня просто бегаем и балуемся. Но у нас скорость просто нереальная. Давайте сейчас проверим, может ли нас клоун на экстриме догнать. Мне кажется, нет. Я бегу быстрее, чем в какой-либо игре. Я ищу клоуна сейчас. Заманим его. Во. А, так он слепой. Это экстрим, смотрите. Он такой слепой, что ли? Ёкарный обычай. А так нечестно. Он сделал вид, что он меня не слышит. И потом резко поймал. Я хочу прямо с ним посоревноваться в скорости. Так, все. Бежим. Смотрите, уже оторвались. Но он еще глухой. Вот в чем дело. Кстати, как он залезает под вагончик-то? Да не успеешь, видите, развернуться не получается. У нас скорость спиной меньше, чем передняя, так скажем. Нам нужно его приманить и спрятаться под повозку. Вот я, вот я, вот я. Под повозку. Смотрим. Что? Он сделал вид, что меня не видит. Ну все же, видел ты меня. Слепой.
Ес показался, скорее всего. Это он даже на экстриме поймать не может. Смотри, просто на экстриме. Ёкарный бой. Все, жесть, проиграли. Вау. Он не видит меня под цирковыми повозками. Давайте мы на этом видео закончим. Всем спасибо за просмотр, оцените видео лайками, обязательно комментируйте, празднуйте Новый год. С вами был Топси, всем пока.